A brawl has broken out between local residents and gypsies in Korkino City in Russia's Chelyabinsk region following the stabbing to death of a 40-year-old taxi driver woman, Russian media reported. Local residents claim that the perpetrators were two teenage gypsy boys. For this reason, local population attacked the neighborhood where gypsies live. Although the two suspects were detained by the police, residents continued protesting. Houses and cars of gypsies have been set on fire. Soldiers of the Russian Guard have reportedly entered the city, and 40 people have been detained. Among those detained are residents of the city, as well as members of gypsy diaspora. Protesters have reportedly been dispersed after the police intervention. Байден, иди ко мне. Иди к Шанару. Попали? Попали в кого-то лежит. Это на той стороне, это, на улице там они подожгли. Ёбнуться. Зарплату, суки, получайте! За чё, блядь, нахуй? Каких-то цик испугались, блядь! 20 мужиков здоровых, блядь! А ведёте себя как тёлки, сука! Да понятно бы. Животные. Даже бронежилеты, как кашу, как полиски не так. Более будет побед. Все воспользуется. Мужики, мужики, спокойно. Где? Это и так много, что можно... Начнет болеть.
что, они там? Покажите маску. Все его охраняют, его взяли. Все. Но теперь не выдадут. Пока мы не уйдем, да? Пока мы не уйдем. Дайте нам поговорить! Дайте нам их выведите нам! Давай выводи их сюда, этих собак ебаных! Шакалы черные! Договорились с ними, да? Договорились! Охраняйте теперь их! Тут страдать должны мы! Своя собирать за своих детей! Оружие с нашей стороны-то убери! Куда повёл-то на людей, блядь? А? Путин, убери от людей оружие! Верни! Вы не нас защищаете, а их что ли, а? Ребята! Да там нету барона, он не здесь живет. Да не ссыкло, о чем разговаривать-то? Да, пацаны, охранялись, так сказано. Сколько фонарей? Новый год! Happy New Year! Зачем тебе говорить имя Чернкиса? Ну вот. Посмотри, очки красивые, все разненькие, пятнистые. Ой, мужички, блядь! Ой, бинго, блядь! Еще и пищают самолет. Где он? Вертолеты. Вертолеты, самолеты. Ну, это называется круговой наебалово. Кружат, не пойми, что кружат. Вот сколько машин, блядь, мне кажется, в мире столько не было, наверное, у нас. До Москвы прославится, блядь. Так они скоро до Москвы выстроятся, блядь.